Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре мушка от производителя PFG, называется она Beat Hairs Ear Natural. Очень длинное название, но в принципе это говорится о том, что зайчьи уши и в натуральной расцветке. То есть здесь сделано тело мушки из как натуральных элементов, так и из искусственных, такой микс. Данная мушка поставляется в zip-пакетике, на котором есть информация от F-магазин по данной мушке. И сказано, что сделана она на 12 крючке. Это самый крупный представитель из данных мушек. Их всего 3 размера. И есть 2 более мелких на 14 и на 16 крючке. Поэтому выбирайте, если нужно поменьше. Есть 2 более мелких варианта. Основная особенность в том, что данная мушка идет с шариком, и это значит, что у нее будет более такой дальний полет, более точно она будет лететь, но при этом данный шарик и будет заглублять данную мушку. Вяжется она на желтом таком крючке с маленьким ушком, и данный крючок имеет вполне себе неплохую бородку, которая будет неплохо удерживать рыбу, которая клюнет на данную мушку. С ней можно охотиться на различные породы лососевых рыб, хариус, ленок, белый хищник, такой как голавль и жерех, с удовольствием отведают данную имитацию, ну, наверное, на поденки, либо может напоминать любое другое насекомое, упавшее в воду. Целесообразно использовать подобные мушки в летние дни, особенно в ветреную погоду, когда частенько из-за ветра различных насекомых сдувает в воду, и именно в эти дни разнообразные рыбешки с удовольствием подбирают их с поверхности водоема, и именно в такие дни очень уловистые подобные мушки. Тело у данной мушки очень такое пушистое, объемное, и заканчивается небольшим хвостиком, сделанным из перышка. Как уже понятно из названия, она сделана в таких натуральных расцветках, и здесь превалируют такие серые и коричневые расцветки. Ну и шарик сделан в золотом цвете, он будет в солнечную погоду бликовать и привлекать внимание рыбешки. То есть этот шарик вроде бы такой маленький, но он имеет в себе довольно-таки большой функционал и как утяжеление, и как такой привлекающий, интересный момент. Давайте посмотрим, как будет себя вести мушка при попадании в воду. И как понятно сразу, что мушка сильно тонущая из-за того, что она утяжелена данным шариком. Поэтому есть мушки сильно плавающие, есть, которые потихоньку набирают воду и тонут, а данная мушка относится к тонущим. Поэтому, если вам нравятся подобные вариации исполнения мушек с шариком, с утяжелением, обратите внимание именно на данную модельку «Зайчьи уши» в натуральной расцветки. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.